1 января 2020 года сбор, транспортирование и иные виды обращения с твердыми коммунальными отходами обеспечиваются краевым государственным унитарным предприятием «Приморский экологический оператор», который наделен статусом регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края. Региональным операторам с целью обеспечения транспортирования твердых коммунальных отходов с мест накопления заключены договоры с юридическими лицами, имеющими лицензии на указанную деятельность. Периодичность, с которой твердые коммунальные отходы подлежат удалению с мест накопления, установлена санитарными правилами и нормами. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 5 декабря 2019 года номер 20. Срок временного накопления несортированных твердых коммунальных отходов определяется, исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха, в течение 3 суток. В случае установления температуры плюс 5 градусов и выше – не более 1 суток, плюс 4 градуса и ниже – не более 3 суток. В случае нарушения указанных сроков потребитель услуг в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами вправе обратиться к региональному оператору с письменным обращением, по результатам рассмотрения которого оператор обязан принять решение в соответствии с компетенцией, в том числе обеспечить соблюдение установленной периодичности удаления отходов с мест накопления. Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский экологический оператор» является предприятием подведомственным Министерству жилищно-коммунального хозяйства Приморского края. В случае неустранения региональным оператором нарушений потребитель имеет право обратиться в орган исполнительной власти субъекта, курирующий указанное направление, а именно в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, в полномочия которого входит организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами. В случае несогласия с решениями, принятыми Министерством и региональным оператором, по результатам рассмотрения обращений, вы вправе обратиться во Владивостокскую межрайонную природоохранную прокуратуру.